Илья Сафонов отправляется в штрафной бокс на 2 минуты. Игра 5 на 3. Кручинин находится возле штанги. Шор. Кручинин на пятак. И вот он. Хороший момент у Сибири. Бросок. Чайковский. Гол. 1-0. Сибирь выходит вперед. Удалось реализовать. Численное преимущество 5 на 3. Смотрите, здесь Кручинин на пятак. Бросок Чесалина блокирует рукавишников. Дальше шайба прилетает к Олегу Ли. Он делает достаточно долгую паузу. В итоге через пятак доставляет шайбу Нику Шору. И здесь мы видим, что уже просто сам Тимур Белялов не успел перестроиться. Завалился, начал подниматься. Перемещается в сторону Ника Шора. Затем тот делает передачу на вершину. И уже Белялова здесь просто разорвали.